Всем привет, ребята. Мы таримся в командоре, мы только со школы. Это Егор. У него скоро будет канал. Как только он у него появится, я вам обязательно скажу. Смотрите, вот у кассы. Надеюсь, что снимать можно. Люди, смотрите, рюкзак. Я что, в Красноярске живу, я вам уже говорил. Ну просто. О, новые эти самые аудио. Так, мы идем. И... Вы что не брать? Да. Окей. Все, мы идем. Потом я буду там снимать, может быть, какие-нибудь танцы, что ли? Танцы. Ладно, Егор, ты пока покупаешься, вернусь. Итак. Что можешь купить побухать в командоре? Ля, чтоб попить. Мартини? Не, Новый год. Блэк Бакарти. Ну, не знаю, заморожка вот на минеральной воде. Ха-ха-ха. Очень смешно. Кстати, по акции конфетки такие 100 рублей. Вкусные. Такие, как будто такая, типа, мина. Так, ладно, идем к Егору. О, Егор. Здорово. Так, вот Егор купил, мы уходим из командора. Вот мы купили. XXA, да, мы купили. Ассорти фруктовых вкусов, как написано. Вот да, круто. Будем делать на нее сегодня обзор. Смотри, что какие там вкусы. Когда я знаю, что она давно вышла, знаю, что я дебил, да, поэтому в комментах можете не писать про это. Да. И вообще-то не мой канал, поэтому все зависит от автора. Так, ну какая-то вот хрень, не знаю, с каким вкусом, давайте попробуем. Получается, есть. Всякие вкусы. Это клубничная, наверное. Или малиновая, не знаю, там вот. Похоже на апельсиновый. Нарисованы какие-то вкусы. Mm-hmm. Малина какая-то, он. Арбуз, мандарин. Похоже на мандаринку. Да, это был мандарин, потом... Это мне малина, кажется, наверное. Это малина. Малина. У меня тоже вкус малины. Хочешь? Давай. Спасибо. Там опять же мандаринка. Нет, малин. Да, это, наверное, так вот они все будут идти. Ну. Вот, в принципе, обзор уже покончен. Ну да. Пишите, что вы хотите сделать. Пишите, что вы хотите видеть на канале. Я вам это говорил, написали какую-то хрень. Один написал какую-то чем. Здесь видео про ФНАФ, мой знакомый написал. Сделать видео про ФНАФ. Вы какие-то игры пишите? А, не-не-не, тут еще какой-то другой вкус. О, наверное, маракуйя какая-нибудь, манго. Mm-hmm. В общем, вообще да, нормально. Маракуйя. Да, маракуйя. Да. Что, насколько количество мукой в школе? Обзоры магазина. Пиво. Обзоры дешманских продуктов, спасибо. А скоро у нас ускорится магнит. Я вообще только приезжаю на остановку, вижу. У тебя с тренировки ехал. Вижу магнит, опа, думаю, уже открылся. Иду, все. Ну, взять, пойти. Там нихуя нет. А там ничего нету. Ну, смотри, он там есть, но еще не открылся. Ну, такие вот у нас. Пожарка куда-то едет. Да, он 38-й. У кого-то, а тут пукан бомбит. Я спасать чувака. Да. Чтобы геймерское оборудование не сгорело. Это очень дорогое. Ну. Видимо, не один стрим собирал. Угу. В общем, пишите в комментариях, что хотите видеть. Не знаю, как мне называется видео. У меня какой-нибудь блог. Еще пишите, если хотите видеть. Какие? Вообще, да. Если хотите видеть какие-нибудь, не знаю, покупки дешманских продуктов, или там в Ашане, в Ленте, в Окее, в Пятерочке. Ну, в Пятерочке, наверное, будет немного создавание, потому что у нас в нашем городе Мухосранск нету. Есть. Что, есть? В Пятерочке? Вроде есть. Есть в Пятерочке? Вроде есть. Не знаю. Ну, и еще есть у нас Макдак открылся. Скоро поэтому... откроют. Ну да. Да, буквально немного осталось. Но все-таки, как он откроется? Я обязательно будем участвовать в лотерее. Да. Которая в Макдака. Да. Я сейчас запишу видос, где буду участвовать, как я поеду в Макдак. Вот так вот. Опять же, наверное, со мной. Да.
Видимо, как пукан уже потушили. Еще вот, если хотите, значит, мы будем заниматься немного незаконным. Но если хотите, мы можем снять видео, как мы будем из магазина брать вещи. Прям быстро очень. Несколько заходов. Ладно, давай, чуваки. Всем пока. Пока.